Эти пьесы написали подростки с инвалидностью, а теперь по ним играют профессиональные актеры. И этот проект называется «Театральная перспектива». В сегодняшнем спектакле будут 5 пьес. Их герои – дети с инвалидностью. И у них такие же вопросы, как у всех остальных. Как стать счастливым? Как найти свою любовь? Что такое добро и зло? Их ждет сегодня сказочные приключения и, конечно же, хэппи-энд. Ребят можно похвалить за чистоту, за искренность и за, скажем так, незамыленную фантазию. Сегодня я играю водяного. Когда я выхожу на сцену, мне приносит это удовольствие. Задача «Театральной перспективы» и, с одной стороны, помочь ребятам с инвалидностью поверить в себя, попробовать свои силы писать пьесы. И сегодня мы видели фантастические пьесы, которые я смотрела и думала, как они все придумывают. Театральная перспектива, она исполняет мечты. Она исполняет мечты ребят, они выходят на профессиональную сцену с профессиональными артистами и чувствуют себя настоящими артистами. Ну, это неимоверное, конечно, удовольствие, когда ты видишь, что человек расцветает, забывает обо всем, о своих недугах, о своих болезнях и чувствует себя полноценно. Театральную перспективу мы проводим уже 8 лет. За это время наши инклюзивные постановки посмотрели более 10 тысяч человек. Я домовой по имени Родион. Когда я выхожу на сцену, то я волнуюсь. Мне сегодня понравилось играть во втором спектакле Тимура Буканча и студентам, и миньону. Мы видим в каждой песне столько искренности, столько всего, что, наверное, может быть, не увидишь в обычной песне. А если у человека есть вот желание это, он будет рвать жилы и добиваться результата. Соответственно, это большой плюс. Они хотят это делать. Это очень важно. Они все делают от сердца. Невозможно их обмануть. Вот здесь и сейчас они существуют. Все вот от этого, вот от сердечка. Это потрясающе, это правда.